Морковные котлеты с изюмом – это простой и вкусный вариант котлет, которые подойдут для перекуса или завтрака. Вкусно котлеты подавать со сметаной или сладким соусом, вареньем, джемом. Морковные котлеты с изюмом получаются сладкими и очень вкусными, они нежные и имеют сливочный привкус. Подавать котлеты можно просто так или с чаем, молоком. Помимо изюма вы можете добавить разные сухофрукты. Деткам такие котлеты очень понравятся. Морковь – 300 грамм. Куриные яйца – 1 штука. Масло сливочное – 80 грамм. Молоко – 120 миллилитров. Манная крупа – 2-3 столовые ложек. Изюм – 5 столовые ложек. Сахар – 2 столовые ложки. Масло растительное – 2-3 столовые ложек. Количество порций – 2. Подготовьте ингредиенты. Очистите морковь, вымойте и натрите на средней терке. Выложите морковь в сковороду. Добавьте к моркови молоко и сливочное масло. Тушите морковь 12-15 минут на небольшом огне. Измельчите морковь в блендере, переложите в миску. Добавьте сахар в морковь. Вбейте в миску куриное яйцо. Всыпьте в миску манную крупу. Добавьте следом изюм. Перемешайте хорошо все, дайте постоять 15 минут. Сформируйте котлеты, жарьте с каждой стороны по 3-4 минуты. Приятного аппетита!